Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы поговорим об отмене подписки Xbox Live Gold. Перед началом видеоролика попрошу вас максимально залайкать этот видос, поскольку новость огненная, ну а также, если вам не сложно, подпишитесь на канал и напишите в комментариях «Прощай, Gold». Ну, если вы рады тому, что Gold, скорее всего, отменят. Начнем мы сегодня с того, что до той самой презентации появлялся слух о том, что Gold, возможно, станет бесплатным. И все, в том числе и я, очень ждали информации об этом на то, самой презентации, но чудо не произошло. Многие после этого расстроились, кто-то до сих пор не может понять, онлайн бесплатен или нет, но дело в том, что на сегодняшний день официальной информации по этому поводу все еще не поступало. Пока лишь слухи, и они с каждым днем набирают обороты. Дело в том, что у Майков намечается еще одна презентация, она пройдет в августе, и на ней мы должны будем получить информацию о функциях новой консоли и, скорее всего, о всей ее системе, включая подписки Xbox Live Gold и Xbox Game Pass. И по последней информации от одного из журналистов становится известно, что слухи, скорее всего, ходили не зря. И Microsoft действительно планирует отменить напрочь подписку Xbox Live Gold, и онлайн станет бесплатным. Ребят, ну если вы рады этому событию, то прожмите жирные лайкусики под видосом. Конечно, сама лайк это не очень, но в этот раз я лайкну вместе с вами. Лично я в данный момент верю в эти новости, поскольку если бы с Голдом ничего не планировалось, то скорее всего после 23 июля никто бы об этом-то и не вспоминал. Но нет, слухи продолжаются и подкрепляются мини-аргументами. По информации сети, Майки идут на такой шаг не только из-за расширения аудитории Xbox Game Pass, но и из-за вовлеченности в сами игры. Примером послужил Epic Games и его результаты с Fortnite. С таким подходом, а именно с подходом бесплатного доступа к онлайну, компании могут получать намного больше, поскольку многие тратят деньги на скины, лутбоксы и тому подобное. Лично я на днях предполагал, что Майки могут пойти на такой шаг только на Xbox Series X. Ну, поскольку это было бы просто мега крутым аргументом к покупке новой консоли, как и для старых обладателей, так и для новых. Но по новости было сказано, что отмена будет для Xbox, что намекает нам на абсолютно все платформы, поэтому обладатели Xbox 360, Xbox One, тоже можете предварительно радоваться и надеяться на новые крутые времена. Единственный вопрос, который меня беспокоит во всем этом, это насколько возможно поднимут цену Xbox Game Pass, ну поскольку это, как по мне, логичные изменения, и что будет с подпиской Xbox Game Pass Ultimate. На мой взгляд, Ultimate может остаться лишь для того, чтобы Xbox Game Pass был доступен и на ПК, и скорее всего для xCloud, так как, опять же, по новостям, он войдет в состав этой подписки. Если кто-то не знает, то xCloud это стриминговый сервис, который позволит играть абсолютно везде, где есть интернет, на своем смартфоне в игры от Xbox. Пока, правда, не очень понятно, выйдет ли он в России, но лично я хотел бы. Если вы тоже за, то напишите xCloud в Россию. Посмотрим, сколько нас. Что касаемо ответочки от Sony, то пока тишина. И лишь фейк-аккаунты подшучивают, что PlayStation 5 тоже не будет требовать Xbox Live Gold для мультиплеера. На самом деле, это довольно крутой шаг. Если Майки будут с бесплатным онлайном, то плойке нужно будет кидать ответку. И тут либо идти на поводу и также отменять подписку, что вряд ли они, мне кажется, сделают, либо что-то придумывать, ибо бесплатный онлайн — это сильнейший аргумент к выбору консоли. В общем, у итоговой информации о подписке Gold, а точнее об ее отмене, скорее всего, расскажут на следующей презентации, которая пройдет в августе. Когда именно она пройдет, без понятия, но думаю, что она будет после 15 августа, поскольку до этой даты должна выступить Sony. Поэтому скрестим пальцы, руки, ноги, чтобы был силуэт Xbox, и будем надеяться, что все эти новости не окажутся сказкой и онлайн действительно будет бесплатным. На этом, в принципе, все. Такой вот видосик. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать свое мнение в комментариях, как вам эта ситуация и хотели бы вы бесплатный онлайн. Спасибо за просмотр, до новых встреч!